Сьогодні до нашої студії завітав організатор забігу Vegan Run Сергій Ян. Вітаємо вас! Здравствуйте. Хотілося б в першу чергу розказати нашим телеглядачам про сам забіг, коли він буде проходити і взагалі яка його суть. Я зрозумів вас. Буде він проходити 20 августа, в це воскресенье. Стартує о 8 утра. Буду біжати 5 часов сам. Также я как бы написал в своем мероприятии, что я приглашаю всех желающих присоединиться ко мне на забег. Они могут пробежать любую дистанцию свою удобную, которая им позволяет на данный момент, и задать мне вопросы по поводу бега на длинные дистанции и также по поводу питания. Так как этим забегом я хочу показать и рассказать, как можно на питании растительной пищей заниматься физическими нагрузками и причем сверхнагрузками, я бы сказал. Хотелось бы из вашего досвіду дізнатись про цей вид здорового харчування и чому ви обрали саме його? Да, так как я являюсь руководителем бегового клуба Run to Goal, это «Беги к цели» в переводе, да, я начал заниматься бегом год назад. Да. То есть год назад я не мог пробежать и 3 километра. Меня это расстраивало очень сильно, потому что я был 91 килограмм. Да, на данный момент я 64, так что понимаете. Великая разница. Вот, да. То есть дает это питание, ну, результаты как бы понятны, да, то есть это привести себя в форму физическую. И также мои показатели увеличились в очень много раз при переходе на растительное питание. То есть это такие как выносливость, энергия освободилась во мне. То есть во мне сейчас столько энергии, что я могу заниматься 5, 6, 7, 8 часов в день. И как бы я получаю только удовольствие от этого. А ось чому ви обрали саме його? Тому що є багато видів здорового харчування. Хтось порадив чи, можливо, вирішили самі спробувати? Мне знакомые давно говорили о вегетарианстве, веганстве, сыроедении. И когда я решил заниматься бегом, мне организм сам подсказал, что я должен отказаться от мяса. Первым делом. Я отказался от мяса и, соответственно, пошли дальше очередные продукты. Насколько складно было відмовитись від м'ясної продукції? Так как я начал увеличивать свои дистанции, и организм мне сам это сказал, соответственно, это было мне не проблема перейти на данное питание. То есть я перешел очень плавно, изучал я полгода все виды диет, для того, чтобы понять, нужна ли мне эта диета и что она мне даст конкретно. Также я изучил много ультрамарафонцев, марафонцев, прочитал про них и очень много мировых звезд именно на данном питании. Багато хто з неприхильників веганства кажуть, що ця дієта не додає корисних елементів, які споживає людина, коли їсть м'ясо. Що ви можете про це сказати, чим замінюєте і чим поповнюєте, не додаючи ці елементики? Я нічим не додаю, я питаюся тільки овочами і фруктами. На даний момент я преимущественно питаюся сирою пищею. У меня осталось, может быть, 10% где-то обработанное, но это в основном бобы и каша. То есть, ну, это на данный момент летом я практически их не употребляю. Хотілося б також дізнатися щодо вашої підготовки до забігу. Ви сказали, що ще рік тому ви не могли навіть на коротку дистанцію бігати. Зараз вже 5-годинний забіг. Я розумію, що підготовка була впродовж цього року. І як так швидко у вас вийшло дійти до такого рівня? Це щоденні пробіжки з увеличенням дистанції, плюс познавання техніки бігу, дихання, и что-то менять у себя в голове, конечно же. Потому что такие дистанции не пробегаются только на мышцах, они пробегаются больше на голове. Як підготувати себе до забігу людям, які хочуть приєднатися до вас вже цієї неділі? Що необхідно зробити? І, можливо, необхідна попередня консультація з вами? Я думаю, нужно человеку прийти, по крайней мере, на забіг. Это самое главное, что он может сделать на данный момент. И задать мне вопрос, соответственно, как ему дальше продолжать этим заниматься. На вашу думку, мінімальний вік і максимальний, коли можна розпочинати заняття бігом? Я думаю, це можна займатися в будь-якому віці, абсолютно. У нас є хлопці, вони займаються 60 років, бігають по 100 кілометрів і чувствують себе дуже прекрасно. Багато є видів спорту, ви обрали саме біг. Чому саме його? Ні, я не тільки бігаю, я займаюся також і плаваю.
и катаюсь на велосипеде. Потому что мы планируем с братом, Олег Ян, мой брат, мы в одной команде, мы все проходим марафоны, ультрамарафоны вместе. Мы планируем пройти дистанцию Ironman. Это триатлон. Там, где нужно и плыть, и ехать, и бежать. У вас насичене життя впродовж цього року, а ось що змусило вас так змінити кардинально своє життя, що ви скинули зайву вагу, перейшли до таких видів спорту і змінили вид харчування? Я думаю, что к этому придет любой человек в нашей жизни, но кто-то и раньше приходит к этому, кто-то позже. Я решил прийти к этому раньше. А ось щодо вашого забігу, вже цієї неділі буде проходити 5-годинний забіг. На майбутнє ще щось плануєте у нашому місті створювати, якісь події? Да, я планирую это сделать на постоянной основе. Может быть, даже это будет раз в месяц. Будет обновляться идеи проведения мероприятия. Так как мы собираем также средства для детского дома. Щодо вашого забігу, хотілося б дізнатися саме про його маршрут, де він буде стартувати, деталі. Я стартую в парке Победы, аллея 380 метров. Это я буду бегать по 380 метров 5 часов. Вот. Старт это возле остановки Парк Победы. Аллея начинается. У вас вже був такий досвід на таку довгу дистанцію? Да, были у меня забеги, то есть я с братом проходил ультрамарафон на Кинбургской косе по пескам, это 50 километров, с обмундированием, с рюкзаками, с едой, с водой. То есть на прошлой неделе подготовки к этому мероприятию я пробежал также с братом 40 километров по пескам, там же на Кинбургской косе. Мы часто занимаемся там, потому что это как бы хорошая подготовка по пескам для ног. Я хочу дізнатися від вас секрет гарного та бадьорого пробудження, тому що ви живете за здоровим способом життя. Що можете порадити нашим телеглядачам? Я просыпаюсь сейчас в 2 часа ночи. С переходом на дневное питание я сейчас сплю по 4 часа в сутки. Просыпаюсь в 2, завтракаю в 4. Перед завтраком у меня обязательно зарядка. И всем рекомендую, только проснулись, сделать обязательно суставную зарядку, А чи чтобы немає чувствовать себя такого лучше. відчуття, що хочеться спати, тому що 4 години сну, ну, це замало? Нет, организм меня сам, я сам просыпаюсь, меня это не напрягает никак. Взагалі, на вашу думку, секрет успіху вашого вибору, вашої дієти і вибору видів спорту? Секрет это надо начинать двигаться, и все приходит в движение. Що ви можете порадити нашим телеглядачам, які, можливо, також бажають змінити щось у своєму житті, але трошки вагаються? Я предлагаю пообщаться с такими людьми, как я, которые прошли какой-то определенный путь, да, к этому, и думать, что вы кладете в рот, когда едите, и, соответственно, побольше двигаться в день. Дякуємо, що сьогодні завітали до нашої студії. Хочемо нагадати нашим телеглядачам, де і о котрій годині вони можуть приєднатися до вашого забігу. Парк Победы, 8 утра, всех ждем, задавайте вопросы, ответим. Вже цієї неділі о 8 годині ранку приєднуємось до забігу Веган Ран. Разом з Сергієм Яном будемо створювати собі здоровий спосіб життя.